Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем пройдеть игру под названием Dark Souls Remastered. Окей, короче. У меня, по идее, должна душа быть этой, да? Сумерно достойный из ПГЖ. Так. Высокий сморщенное ухо, сувенир, достойший от победы. Так, на виновно. А клинки темной луны — это рыцари, которые наказывают согрешенных против богов и забирают уши. В качестве доказательств победы. Трупы грешников с отрезанными ушами остаются в назидание, остальные вселяют страха перед богиней и блин, у меня уже голос пропадает. И уважение к ним. Такой вечный наказ темного солнца. Так, у меня есть душа, окей. Так, хорошо. Полетели. Полетели, полетели. Потом мы в лес отправимся когда-то. Еще в Далс... Ух, тихо. Мне еще в Далсы нужно отправиться будет. Нужно, короче, все души, которые нам дали вот этим, с боссов, превратить, короче, в прокачку. У нас слишком много душ. Слишком много душ. Куда камера вот только что направила, чтобы я упал? Подумал, что упал. Я не знаю, как вниз попасть туда. Так, хорошо. Хорош. И он за мной упал. Найс. GG. Классно, мне отсюда телепортироваться. А в чем у меня хранительница огня не возродилась? Ладно, у меня есть теперь телепорт, но он какой-то стрёмный. Я на самом деле так думал, что я смогу телепортироваться между всеми телепортами. Ну, то есть между всеми кострами, а не только там, где хранительница огня. И это немного обидно. Немножечко обидно. Так, защита стоит хорошо. Ладно, погнали, заберем просто душу. И пойдем на лестницу туда, поедем просто. Просто тупанул, я мог вернуться туда, просто поехав. Блин, ну стрелы, я не знаю, но блин, лук по сути хороший, но он что-то не убивает. Хотя лук во всех частях был имбой.
Так, а как мне туда попасть? Минуточку внимания. Сейчас попытаться с разбега. Ну, почти. Почти получилось. Окей. Подождите, а как мне тогда рели туда к сундуку попасть? Можем попытаться еще второй раз. Можем попытаться еще второй раз. Ну, типа 10к душ. Это 75% прокачки до next level. Видел, там что-то выпало. О, и тут что-то выпало. Метательный ножик. Метательный ножик. Высокой бац, и снова, знаешь, метательный ножик. Блин, на сервер на к сундуку я не знаю, как попасть. Это настоящий сундук, типа. Настоящий сундук. Пройти, пройти. Что-то не помню. А где там проход был? Где там был проход? Давай вспоминать. Проход точно там был. А вот где? Время брызгать горло. Мерзость. Таблетки всегда невкусные. Фух. Там побежали. Вон там еще есть. Походу это там, если б я спрыгну, так пим-пим-пим вниз. То б я взял то, что там находится. Куда ты поедешь, вверх или вниз?
Нет, это не то место. Где место с моими душами? Это не в строку, не оно. Здрасте. Кольцо солнечного первенца. Так, первенец повелителя Гвина, унаследовавший свет, когда-то носил его древнее кольцо, повышая силу заклинания чудес. Первенец, повелитель Гвина, был богом войны, но его глупость привела к потере летописей, и он был лишен божественного статуса. Сегодня его имя забыто. Увеличить чудеса. Чисто здесь отдохну. Окей, это что, получается, мне все равно бежать наверх нужно? Ну, за душами я точно побегу, как бы. Как бы то ни было. Это был свидос. Вращайте, кружится. Вращается, кружится. Не, мне кажется, он и так одинаково типа бегает. Да, если я сдохну, то выгони, конечно, мне бежать от той тёлки. Блин, вот это каждый раз подниматься. Мои души еще фиг достанешь. Как они там снизу? Нет, нет! Да, да, да. Минус, минус 10к. Ну, это Dark Souls, можно не расстраиваться, да. Типа, все бывает. Все бывает в этой жизни. Что горит у меня пердак огнем. Все бывает в этой жизни. На голове рожки, йо-йо-йо. Тоже ебанулся, боже. Ой, привет. Это ведь из-за тебя я умер. Метательный нож.
метательный нож, метательный нож. Метательный нож. Готово. О, метательный нож. Волшебное большое оружие магии. Да, блин, а наверх подняться никак. Шлем из черного железа. Большой меч. Ух, сколько всего. Шлем железного Таркуса, рыцаря, чья сила вошла в легенду. Выкованный из особого черного железа и обеспечивает надежную защиту, особенного от огня. Из-за большого веса его может использовать только сам Таркус. Высказывать ча-ча-ча, вес Таркнуса. Так, большой щит великого рыцаря Таркнуса, изготовленный из особого черного железа и тяжелее даже осадных щитов рыцарей Перника. Особенно хорошо защищает от атак огнем и эффективно для нанесения удара. Так. Один из самых больших прямых мечей, лишь немногие могут орудовать этим невероятно тяжелым и смертоносным оружием. Излюбленное оружие железного Таркуса и рыцарей Бередника, одетых в тяжелые доспехи. Сколько урона, а 0 результата. Ну что, поехали. GG. Нарисованный мир Ари Амис. Все, ребята, отсюда выхода нету, если что, да. Поэтому, да. Так, уже волки гудят. Блин, мне кажется, кто-то еще тут бегает. А не я только по снегу херячу. Так. Так, использовать одну. Устрашение. Окей. Сжечь, да. А, точно, я ж могу телепортироваться, что теперь между кострами. Точно, это я тогда не мог отсюда выбраться из-за того, что я сразу сюда пошел.
А теперь то нормально. Теперь я могу идти куда хочу и когда захочу. Так, там в домике кто-то есть. Да, блин, я ж по-тихому хотел. Воу. А вот эти вот хере будут посложнее, чем те. А эти еще сложнее тем, что они... При смерти вот это дают. Яд. А яд, как вы помните, довольно эффективен против меня. Сломатый прямо меч. Пиздец. Так, кстати, точно, я же не сдох тогда. Блядь, вот эта вот магия ихнего пламени турбулентного. Меня часто потрясает. Это по сути самые такие сложные противники, если брать в расчет. А здесь еще есть враги вон, которые, видите, сидят, вон крылышками машут. Ходят они. Что ты там сидишь, слышь ты? Ну, давай, налетай. Ну, вы видите сами. Вы видите сами. Урон мечам.
Урон моего замечательного. Они вот этот яд испускают. Настолько проблем с ним. Вот, они все дают яд, они чисто все дают тут яд. Поэтому здесь лучше быть осторожным. Здесь всегда нужно быть осторожным. Здесь каждая херь это может убить тебя. Я не помню, я ее проходил без использования всяких программ. Это было сложно. Ой, бля. Там эти маги вонючки. До свидания. Пиздец. Ну как, скажите, как можно с этой курицей драться? Вы видите, что происходит? Где урон? Где урон от моего меча? Где мои 300 с хером урона? Почему только наносится половинка? Вот самый легкий противник, да, без защиты, без ничего. Ну, сломанный меч, это понятно, что мне дадут. Обожаю эту игру. Не, типа, да, с двух рук можно убить. Такое тоже, знаете, 50 на 50. Тоже 50 на 50. Ну да, класс. Ну я же вижу вас, алло. Thank you.
Так сразу все объясняет. Сразу секс захерячись. Просто великолепно. Нужно сейчас быстро пробежаться, открыть ворота. Нужно понять сначала, куда мне бежать. Давайте сюда. Не, ну я ты жесткий. Так, это вот эти людишки были, которые... Они яд действуют. И очень сильно. Бля. И заново. Ладно, второй круг. Еще есть 4 эликсира. Так, хорошо. Ну понятно, жизни, короче, в процентах забираются. Блять. Сука. Так получается тоже нельзя. Как мне тогда туда попасть? Я просто яд травит сильно. Да, это все-таки та херня, которую меня пуляли те. Мелкие засранцы. Фляги осталось. Сейчас нихера не смешно, нужно, короче, быстро смотреть, искать. Проход и выход. Большая душа. Отвали ты от меня.
Это то же самое место, ё-моё. Ладно. Думай. В принципе, могу... Тихо! Обратно так вернуться, да и все. Я не могу. Быстро в гнездо нужно бежать. Так, там дракоша. Он мешается. Там где-то должна быть тропинка. Да, я сомневаюсь, что она тут есть. Окей, спрыгну, надеюсь, не сдохну. Так, извини, мне нужно ворота искать. Вот они. Меня копье кинули. Круто тень. Ладно. Я хотя бы знаю, куда уже мне бежать. Бля. Ля. Умный какой. Ля. Мамин умник. Короче, нужно бить и отбегать. Все. Теперь вся стратегия ясна. Давай, иду сюда. Надеюсь, я не взорвусь. Главное не взорваться. Найс, тень. Воу. Как я вовремя убрал. Уже посрать, я уже опять отравился.
Да, круто. Ладно, я понял, до свидания. Бляха. Тихо. Все. Копье. Оживление. Все быстро, быстро, быстро. Давай всю изи. Ух. Кусать. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. Да. На таком моменте я думал, тут никого нету. Новый уровень. Так, ну короче, на этом моменте мы с вами остановимся, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.